За что борьба, пацаны? За еловую веточку. Ну что ты подлизываешься ко мне? Медведь. Всем привет! У нас наконец-то нормализовалась погода, нормальная, более-менее. Можно нормально ребятам поиграть в саду. Покосил тут с утра. Пол сада. Где остальные? Пошли, пацаны! Это кто бежит? Брайсуха младший. И Эдя прибежал. Ребятки чувствуют себя хорошо. Едят, играют, спят. Едят, играют, спят. Так, успокойся, Эдик. Не мешай, Эдик. Эдик, я занят, Эдик. Все, нету палки. Забрал папа палку. Не надо вам эта палка. Вот смотрите, какая палка у вас есть. Вот такие палки надо вам тягать. А не веточки эти еловые для младенцев. Ты украл кусочек ветки, Брайсуха? Пошел уединяться с веткой. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, как назвать второй канал. Мы решили сделать второй канал на YouTube. Я вам сейчас расскажу, о чем он будет. Он будет чисто о нашей жизни, не о собаках. Ну, собаки там будут присутствовать, но будет мало. В основном будет наша жизнь. Грядки, огород, живность другая, там индюки, проект индюки, куры и все подобное. Как вы думаете, как назвать канал? Мне вообще ничего не приходит на ум, потому что столько каналов этих деревенских, столько названий, я даже не знаю, что придумать, какое название. Может, вы подскажете, давайте вместе что придумаем. Здесь надо покосить, тут сныть-то растет. И индюки хорошо едят, кстати. Ну, я подхожу, они убегают. О, в этом году хоть вишня будет. А то в том году морозом цвет побил, и не было вишни у нас вообще. В этом году хоть что-то будет. А что вы тут едите? А ну-ка, палочку. Никак за малышами приехать не могут. Звонят, звонят, приедем, приедем. В итоге никто не приезжает. Странные люди какие-то. Зачем тогда звонить, говорить, что приеду? В основном все интересуются вот этим вот человечком. Вернее, щеночком. Брайсухой. Интересуются. Наверное, то, что он больше на папку похож. Больше такой забульдоженный. Вкусная палка. Ай, вкусная. Папа, не забирай у меня палку. Я еще с ней поиграю, да? Отдай палку. Какая интересная игрушка у тебя, да?
Ну, на этой грядке точно ничего не вырастет. На той вон цветочки вылезли. А, пошлите, ребята, я вам покажу наших динозавров. Четверых, которые самые первые. У нас там в брудере еще там около 20, даже больше штук. Какие динозавры они. Вы курей сюда привели? Индюка мы назвали Дима. Потому что в США есть Джимми. Индюк, там один канал смотрит. Такой прикольный индюк. А мы своих этого самца назвали Дима. Как дела, ребята? Ручные вообще до ужаса. А чё вы сюда залезли? Диман, веди их обратно. Давайте я с вами посижу, можно? Три с половиной месяца им. Уже такие кони. Дима, можно тебя погладить? Диман, иди сюда. Пойдем, я тебя поглажу. А ты куда полезла? Куда ты полезла? Интересные такие птицы, спокойные. Нравится мне. Порода, или как там? Как-то они. Белая широкогрудая. Вот это. Там чуть больше 3 месяца им. Сейчас, на данный момент. Эдик, не трогай полиэтилен. Пленку. Зачем ты ее трогаешь? Банька наша. Вчера топили баньку. Как за ними уследить, я вообще не понимаю. Метеоры. Драчка. За палку, наверное. А, нет. Коля Басков, он с палкой. А эти так. Ну-ка, успокоились. Хватит. Медведь. Медведь. Ноль эмоций. Сейчас получу чубана по носу. О, что они с цветами сделали. Ну отойди. Отойди. У тебя я палку заберу. Хорошо на солнышке? Сергей Михайлович. Михаил Сергеевич, вернее. Уже даже как-то и жарко. Надо присесть. И сразу бегом к папке, да? Ну идем, поиграем. Давай поиграем. Давай поиграем. Вот так. А что ты сзади обходишь? Ты давай иди сюда. Гризля, Эдик, зачем ты ему эту шубку портишь?
иди сюда. Ай-яй-яй. Я знаю, ты любишь ронять всякую технику. Как такой же, как и папка, неуклюжий. Кстати, он крутится так же, как папа. Вокруг себя так. Красавчик. Опять ветки тянут. Отомстил. Скажи, что ты меня трогал, когда я просто валялся? Четвертый. Куча мала. Двое на одного нельзя. Эдя, вставай. Не позволяй им себя унижать. Молодец. Дай сдачи. Вот так. Молодец. Молодец, Эдичка. Скажи, сейчас я тебе шкурку попорчу. Забульдоженная ты морда. Лямба еще прибежал. Ну, Эдик вообще такой мускулистый растет. Классный. Эдя! Эдя! Скажи, я этого тюфяка завалю по-любому, да? Так, без агрессии только. Там двое одного валяет. Такие комичные ситуации иногда бывают. Михаил Сергеевич, не тягай его за ухо. Миша! О, просочился за калитку. Пошел охотиться за индюками. Смотрите. Пошлите посмотрим, что он, как он будет охотиться за индюками. Михаил Сергеевич. В каждой дырке затычка, короче. Смотрите. Пошел на разведку. Что, боишься? Большая птица там, да? Хотя этому парню палец в рот не клади. Так, смотри, чтоб глаз. Еще один. Атакуем индюков. This is the future.
Пришлось мне так бежать. Стой! Марин, выйди, помоги малых собрать. Ну-ка иди сюда. Стой! Опа-на! Иди сюда. О, противный какой. Раз. Миша тут. Стой! Беспризорник. Банда. Гопники. Все, Марин? Вот пятый. Все, так они сами зашли, просочились. Да, парни, выдали вы концерт по заявкам. Мамка пришла, мамка. Все, ребята, будем выключаться. Сейчас осмотрю их на клещей. В отсек пусть отдыхают. До новых встреч. Ставим подобайки. Жмем на колокольчик. Подписываемся. Спасибо за просмотр.